еще. Держи, держи. Давай, да, да. Давай, я тебе дам отыграться. Нет, я дам отыграться, давай. Ладно. Из 5-5. А, с чем придумывать начал? Иди сюда! Come to papa! Vamos! Тебе замена есть. Из 2-2. 9, пошел. Вот это записывайте. Вот так вот стоите. Давай, ребят, пас. Подожди, давай, давай. Из 5-5, из 5-5, давай. Нет. Не было. Не было. Не было. Ладно. Ну все, хватит, три. Да ну зачем? Ну я. Я просто его схавал, что он туда пробьет. У Сулика из 2-2. Интересно, я не вижу, понимаешь? Я не вижу соперника. Я не вижу соперника. Я думал, он просто в перчатках делал. Нет, все-таки Дмитриевич сделал. Сулеймани провел? Я все равно хоть раз выиграю. Борьбу проиграл. Иначе проиграл. Тебе играл бы ворот, если ворот, я бы как Буфон бы играл. Сколько? 42? 45. 45? Нет, до 45 просто не тянул бы. Как Матеус, ты начинал нападающим, закончил последний защитник. Ты же можешь тоже так назад пойти. Кстати, в центральный защитник спокойненько сыграем. Кстати, позиция. У меня был опыт. Да? Мы с Зенитом играли с кем-то. Последний минут 15 я играл. Я скажу, я играл великолепно. Как я раздавал. Я еще нападающий перекинул. Вратарь мне дает. Одним подкинул, вторым его перебросил. И мне Сергей Богдан говорит. Не дурачно. А нет у тебя какой-то мечты сыграть в воронах в официальном матче? Мечты всегда, всегда есть вообще. Хочу, да. Я по юношам стоял, в 17 лет мы дублем ездили. Я стоял полуфинал и за 3-4 места. А, даже так, да? Да. Ну, к сожалению, проиграли там 3-2. Проиграли полуфинал 3-2. Но я вытащил два выхода 1-1. Штрафной там вообще тащил хороший. А вот 3-4 поднаварюкал на выходе. Но я вот мечтаю, честно, чтобы выйти. Что должно случиться, на пенальти или прям в игре? Ну, мне и так, и так. Вообще так и мечта, чтобы какая-нибудь там, не знаю, там кубок. И там минута там, не знаю, там 100, там, не знаю, там 10-я, 108-я, там 110-я. И выйти там, например, под удаление, пенальти. Ну, или просто там что-то произошло. Не, ну что произошло? Удаление, что может что быть. Помнишь, Ушаков вышел? Место у него, по-моему, да? За сборную чуть-чуть. Нужно было просто выйти. Даже я это смог сделать, даже, да. Да, так я очень хотел бы и на после матча в пенальти попасть. Было бы весело, потому что все равно, думаю, нападающие меня недооценивали бы очень сильно. Хотя здесь уже видел, как Сулик бьет, все равно. Вы что-то на хитрости там на силу? Надо читать их. Есть свои нюансы, которые я... Люблю. Но вообще я в свободное время же, когда там с друзьями играем, я в воротах играю.